Свой след в истории дружная семья Зубаревых оставила на семейной аллее. Мама, папа и семеро ребят. Вот когда мы все вместе, это здорово. То есть нам как бы не надо ехать куда-то в гости, кого-то там приглашать. Нам и так нормально. В жизни все бывает. И печальные моменты, и радостные. Но если сильно любишь друг друга, все это с любовью переносится прекрасно в жизни. Напротив дворца бракосочетаний сегодня торжественно открылась семейная аллея, вернее, ее начало. Три самарские семьи, победители конкурса «Семья-2016», увековечили свои имена в плитах. Молодая семья Лазарь, многодетная семья Зубаревых и бриллиантовая семья Кашкаровых. Супруги прожили вместе более 65 лет. Именно такие примеры, ну, должны же вдохновлять нас. Ну, значит, если они смогли, мы тоже можем. Ну, давайте потерпим, ну, давайте к любимому человеку простим его какие-то слабости. Пройдет год-два, дети вырастут, да, и придут, и будут прикладывать свою уже большую руку к своему маленькому отпечатку и гордиться тем, что их родители смогли сделать для них такое большое дело. Любая семья сможет оказаться в этой аллее. Главное – быть любящими, творческими и активными людьми. Марина Матвеевична, Василий Колдашов. События.